Хотите сохранить молодость и красоту? Косметологи Академии здоровья предложат как инъекционные методики, так и альтернативные услуги. Реформирующий массаж для омоложения, профессиональные маски, эффективные чистки для лица. Академия здоровья подготовит к восхищенным взглядам. Шапки для мамы, для папы и для меня. Салон головных уборов «Норка», улица Амурская, 103. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Во вторник, 13 сентября, переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, 1 метр в секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление достигнет отметки 707 миллиметров ртутного столба и в течение суток будет слабо падать. А пока о погоде это все. До встречи в эфире!